Костанае полицейские приняли художника за митингующего. На остановке к мужчине с ватманом в руках подошли полицейские и попросили развернуть его и предъявить документы. Такое в нашей стране, которая позиционирует себя демократической страной, такого быть не должно. Это мы как будем ходить каждый день вот так, боясь, что с собой держать, что с собой не держать, мы же не знаем. В этот день художник Дархан Бегайдаров решил купить для работы несколько чистых ватманов в магазине канцтоваров. Затем они с супругой отправились на остановку. В этот момент к ним подъехала полицейская машина. Стражи порядка попросили предъявить документы и развернуть ватман. Убедившись в том, что лист бумаги чист, они стали записывать данные художника. Дархан даже предлагал полицейским подписаться на его рабочую страницу в Инстаграм, чтобы те лично убедились, что он не митингующий. Но после проверки документов стражи порядка уехали. В этот день в городе был с визитом премьер-министр страны Оскар Мамин. Возможно, полицейское усиление связано именно с этим фактом. Но в департаменте полиции сообщили, что это была стандартная процедура проверки документов. Данные молодые люди, они по приметам были схожи с ориентировкой, которая была ранее распространена в связи с участившими кражами в областном центре. После проверки документов данная информация на подтверждение не нашла, в связи с чем сотрудниками полиции были принесены извинения.